лет назад. Это, к слову, о том, как многие говорят, что блогеры врут, когда садятся снимать видео, и вдруг начинается ремонт. Вот сейчас так и происходит. Не, он как назло закончил, походу. Теперь я могу спокойно заняться своими делами. Не, ну я не видео села снимать, я села редактировать видео, но даже это не могу сделать, потому что... Мы должны это послушать. Потому что иначе это не было бы правдой. По-моему, я единственная, кто против всего этого и пытается его как-то утихомирить. Стуча по батарее и все в таком духе. Разок. В общем, народ, это уже минут 10 продолжается, я не буду столько снимать, и неизвестно, когда это все закончится, но хочу вам сказать, купите себе перфоратор, и вы останетесь довольны на всю оставшуюся жизнь. У вас будет нужное количество дырок в стене, с ними у вас не будет проблем. И соседи не будут против. Да и вообще перфоратор, он в жизни пригодится. Можно купить маленький, небольшой. Ну, чтобы ударная сила у него была нормальная. Потому что цельнобетонную стену с гранитными вкраплениями, как у нас, довольно сложно просверлить обычной дрелью без перфоратора. Или даже без функции перфоратора. У нас есть дрель с функцией перфоратора, и я очень счастлива этому, потому что просверлить дырку там для полки можно за пару секунд, ну, за пару минут округлим. Вот. Так что, если вдруг на месте вешать полки, или, не знаю, ковер, подумайте о блогерах. И купите себе перфоратор, пожалуйста.